Болтон о политике Трампа в отношении Киева. Думаю, это станет плохой новостью для Украины. Бывший советник Белого дома по национальной безопасности в США Джон Болтон в интервью телеканалу CNN заявил, что, по его мнению, приход к власти в стране Дональда Трампа станет плохой новостью для Украины. В связи с этим он упомянул заявление Трампа о его недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он отметил, что принесет мир во всем мире. «Я не психиатр, но я знаю технический термин, обозначающий человека, который говорит: „Я принесу мир во всем мире“. Это безумие. Он не имеет понятия, как положить конец этой войне, но я думаю, что его близость к Владимиру Путину в конечном итоге приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины», — сказал Болтон. При этом экс-советник по нацбезопасности Белого дома добавил, что США помогают Украине не по доброте душевной, а по той причине, что речь идет о жестких американских интересах.